Это переулок Пионерский. Грейдерная машина производит планировку и выравнивание улицы перед отсыпкой щебнем. Ее протяженность более 400 метров. Уже сегодня сюда подвезут щебень. Чтобы уложить его слоем в 6 сантиметров, понадобится не менее 100 кубометров материала. Щебень доставляется с карьера наш Шихарис и с карьера Верхний Баканский. То есть марка не ниже 600, ну вернее 600 у нас согласно нашего контракта, ну здесь даже немного выше. А это уже улица Лукьяненко. Здесь к обеду все работы были завершены. На отсыпку ушло порядка 170 кубометров щебнем. По словам местных жителей, особых неудобств они не почувствовали. Рабочие все сделали оперативно и аккуратно. Это для нас, для всех приятная неожиданность. Нужно отдать должное заботам администрации. Они в силу своих финансовых возможностей делают благо для людей. Любовь Михайловна живет на улице Совхозной уже более 40 лет. За это время ремонт дорожного покрытия здесь производился еще во времена Советского Союза. Конечно, это очень приятно, потому что дорогу нам делали только тогда, когда был совхоз. И когда это все были домики совхозные. Оценили новое полотно и водители. Теперь в дождь здесь можно спокойно проехать, без риска попасть в яму. Уже хорошо. За столько лет ничего здесь не менялось. Сейчас меняется к лучшую сторону. Что, как раньше? Ну, не очень хорошо. Что тут? Яма на яме. Сейчас вообще вроде уже хорошо. Пыли поменьше будет. Всего в станице Анапская отремонтируют 11 улиц. 9 из них отсыпят щебнем, а на двух уложат асфальтовое покрытие. Подрядная организация взяла на себя обязательство выполнить все работы досрочно, до 31 ноября. Сейчас в своей очереди ожидают улицы Лермонтова, Николаевская, Красная и Колхозная. Руслан Душевский, Михаил Григорьев, Роман Беркалеев, Анапа регион.